Начинаем наше соревнование. Вес на штанге 30 килограмм. К этому весу вызывается Марасанов Андрей. Вес взят. Установить вес на штангу 35 килограмм. Вес установлен. Марасанов Андрей. Второй подход. Установить вес на штангу 36 килограмм. Бадаев Василий. Установить вес на штангу 38 килограмм. Бадаев Василий, второй подход. Установить вес на штангу 40 килограмм. Марасанов Андрей, заключительный подход. Вес засчитан, закончим с результатом 40 килограмм. Бадаев Василий, заключительный подход. Удачно закончил с результатом 40 килограмм. 42 килограмма на штангу. Ирина Андрей, первый подход. Друзья. Установить 43 килограмма. Спасибо.
Савула Максим, первый подход. Вес взят. 44 килограмма установить. Батраков Иван, первый подход. Вес взят. 45 килограмм, 46 килограмм. Ильин Андрей, второй подход. Вес взят. 47 килограмм. Кантышев Иван, первый подход. Вес взят. Савула Максим, второй подход. Вес взят. 49 килограмм. Батраков Иван, 47 килограмм, второй подход. Попытка. Thank you.
49 килограмм установите на штангу. Ильин Андрей, заключительный подход. Попытка закончилась результатом 46 килограмм. Табула Максим. Неудачно. Закончил результатом 47 килограмм. Батраков Иван. Заключительный подход. С результатом 49 килограмм. Установить 50 килограмм. Установить 51 килограмм. Карташев Иван, второй подход. Установить 53 килограмма на штангу. Суздальцев Андрей, первый подход. Вес взят.
Щербаков Антон, первый подход. Катышев Иван, заключительный подход. Попытка неудачная закончилась результатом 51 килограмм. 55 килограмм на Туйкин Никита, второй подход. Попытка. Установить 56 килограмм. Суздальцев Андрей, второй подход. Вес взят. 57 килограмм на штат был. Пчелин Игорь Куровской, первый подход. Вес взят. Кузнецов. Первый подход. Вес защиты. Ребята, поплотнее. Катышев, первый подход. Вес взят. Храбров, второй подход.
вес взят. Щербаков, второй подход. Щербаков Антон, вырвав 57 килограмм, выполнил или определил рекорд Московской области для спортсменов до 12 лет. Турегин Никита, заключительный подход. Попытка закончилась результатом 50 килограмм. 58 килограмм установите. Суздальцев Андрей. Заключительный подход. Подход удачный. Закончился результатом 58 килограмм. 60 килограмм установите. Джоев Георгий, первый подход. Вес взят. Кадышев Павел, второй подход. Попытка. Храбров Григорий, заключительный подход. Попытка удачно закончилась результатом 60 килограмм. Щербаков Антон, заключительный подход. Попытка закончилась результатом 57 килограмм. Кадышев Павел, заключительный подход.
результатом 60 килограмм. Установить 61 килограмм. Черин Игорь, второй подход. Удачный подход. Шестьдесят два килограмма установите. Кузнецов Алексей, второй подход. Подход защита. Установить 63 килограмма. Мысин Егор. Первый подход. Подход удачный. Шестьдесят четыре установите на штангу. Челин Игорь, заключительный подход. Подход и закончился результатом 64 килограмма. Установить 65 килограмм. Первый подход. Без защиты. Джибоев Георгий, второй подход. Thank you.
Попытка. Кузнецов, заключительный подход. Удачный подход и закончил движение с результатом 65 килограмм. Джиоев, заключительный подход. Удачный подход закончился результатом 65 килограмм. Установить 69 килограмм. Мысин Егор, второй подход. Держать. 70 килограмм на штангу. Абрамов Сергей, первый подход. Подход удачный. Филатов Игорь, второй подход. Подход удачный. Установить 72 килограмма. Чалов Сергей, первый подход.
достаточно подход. Мысль его, заключительный подход. Закончил упражнение с результатом 73 килограмма. Филатов. Заключительный подход. Подход удачный, закончил движение с результатом 73 килограмма. 75 килограмм установите. Петросян, Спартак, первый подход. Второй подход. Опусти. Подход удачный. Установить 76 килограмм. Сергей, второй подход. Попытка. Чалов Сергей. Заключительный подход. Thank you.
77, установите. Чао, Сергей. Подход удачный, закончил движение по результатам 77 килограмм. 78 установите. Абрамов Сергей, включите подход. Подход удачный, завершил движение с результатом 78 килограмм. 79 килограмм установите. Петросян, Спартак, второй подход. Установите 82 килограмма. Петросян, Спартак, заключительный подход. Я не могу.
Удачный подход закончился результатом 82 килограмма. 85 килограмм установили. Осталось всего лишь три участника, которые еще не начинали это движение. Чередниченко Егор, первый подход. Установите 90 килограмм. Чередниченко Егор, второй подход. Попытка. Чередниченко Егор. Установите 93 килограмма. Чередниченко. Третий заключительный подход. Подход закончился результатом 93 килограмма. 95 килограмм установите.
Егор, первый подход. Подход не засчитан. Спортсмен вышел за пределы помоста. Субанько, первый подход. Вес взят. Каханов. Второй подход. Девяносто семь килограмм установить. Каханов Егор, второй подход. Вес взят. Установите 100 килограмм. Осталось два участника в одной весовой категории. Вот между ними сейчас разворачивается борьба. Супонько Кирилл. Второй подход. Попытка. Супонько Кирилл. Установите 101 килограмм на штангу. 101, ребят. 101. Каханов Егор.
удачный подход закончил с результатом 101 килограмм. Субонько Кирилл к этому же весу. Последний подход заключительный. Закончилось результатом 95 килограмм. На этом это движение у нас закончено.